40-й день войны. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдаринском и Ходжевенском направлениях фронта. Противник, неся многочисленные потери в живой силе и военной технике, на некоторых участках фронта вынужден был отступить. Решительно предотвращены атаки оккупационной армии. Попытки диверсий на участке армяно-азербайджанской границы в Зангиланском районе. Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству ИФИ. Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского и Ходжевенского районов. По военной инфраструктуре противника на Тертельском направлении фронта были нанесены существенные удары. В результате артиллерийских ударов по противнику разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии в селе Тонашен, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении. Министерство обороны Азербайджана распространило кадры военной техники, оставленной армянскими вооруженными силами на поле боя при бегстве. Уничтожена батарея 41-го артиллерийского полка и военная колонна армянской армии. До победы остается 4 дня. От мала до велика, со слезами на глазах, азербайджанский народ будет праздновать этот исторический день.